Так, начал клеить ленту. Сначала плитки придавливать как можно плотнее. Вот у меня здесь поворот. Здесь я повернул. Я думаю, еще феном надо продлить. И важно не мочить ленту. Чуть-чуть воды у меня в ванне тут осталось, лучше, конечно, все просушить. Но все равно защитный слой он закрыт, так что сильно он не должен мочиться. Схватывает хорошо, если хорошо придавить. И если нет влаги, имейте в виду. Далее можно еще феном будет пройтись, прогреть. Так, ну дальше продолжим клеить.